Мать в крепости, отец в земле, а я под арестом. Я не невеста, я пленница. А я молодая, из плоти и крови, я жить хочу. Не зли меня. Передай этот крест моей матушке. Сама из-под ареста бежала. А спаситель мой, кавалер Добрилин, затащил меня в эти болота. И вот сидим здесь, как проклятый, и ждем кого-то. Это последний русский, Сережа. По-моему, эти бумаги приносят всем одно только горе.